Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Дима, это видео специально для сайта djshop.by, и в данном ролике я хочу вам рассказать о своем конденсаторном студийном микрофоне BM800, о его плюсах, недостатках и вынести вердикт. Вот такие дела, стартуем. BM800 является, по-моему, довольно-таки неплохим, даже хорошим бюджетным студийным микрофоном. Если судить соотношение цены и качества, то можно сказать, что за такую цену в $20 вы получите отличный девайс, отличное качество звука, что, конечно же, не может не радовать. Ну вот, собственно, мой малыш, Lihao BM800, такой тяжелый синенький микрофон. Служит он мне уже, верой и правдой, 3 месяца. Имеет частотный диапазон от 20 до 20 тысяч герц. Отлично подходит для стримов, честно скажу. Микрофон вообще для стримеров как бы создан, но я его использую в целях записи студийного вокала. Довольно-таки, скажу вам, неплохо записывает, притом без внешней карты, просто в комп. И все. В компьютер он, собственно, включается при помощи вот такого вот проводка. Ну, всем известный XLR, обычный вход. И 3.5 мини-джек. Вот так вот, вместе с этим шнуром, он, собственно, шел в комплекте. Также из плюсов можно выделить то, что у него отличная цена, то есть это $20, довольно-таки дешевый микрофон за свои деньги, цена и качество просто вот. Естественно, какие-то шумы, помехи, недочеты будут при записи голоса на этот микрофон, но за такие деньги, я вам скажу, это вообще вот так вот, да. Из недостатков данного микрофона можно выделить только то, что область записи у него только вот такая вот, то есть только спереди можно записывать. Ну, не думаю, что это такой существенный прям минус. Для меня, для обычного юноши, который просто записывает голос на него, это вообще неощутимо. То есть это реально годный микрофон за $20. Советую. Ну что, собственно, хватит балаболить, давайте послушаем, как он ведет себя при записи. Вот он у меня уже такой подключен, весь все дела, просто в компьютер, просто в разъем вставлен, в внутреннюю звуковую карту компьютера. И вот сейчас вот вы можете слышать мой голос прям с этого микрофона, все дела. Возможно, там буквы Б, они такие жесткие, потому что нет поп-фильтра, но... Вот такие вот пироги. Вот еще на вот таком расстоянии можно вот. Вот вы слышите на вот таком расстоянии. На вот таком расстоянии. И это при том, что звук записывается с повышением на 30 дБ в настройках. Вот. И я думаю, это реально класс. Класс. Ну, вы слышите, шумов практически нет. Вот так вот. Также микрофон легко можно разобрать. Раскрутить вот эту заднюю часть. И тут мы можем увидеть плату, собственно. Ну что, пора вынести вердикт нашему микрофончику. Покупать ли его реально в профессиональную студию? Я думаю, все-таки не стоит, потому что любые, как вы знаете, шумы в студии не приветствуются. Вот. А для любителей, просто чтобы записать то, как вы тренькаете на гитаре, там, или просто голосок такой любительский, кавры, там, стримы, к примеру, да пожалуйста, боже, покупайте, $20, серьезно, реально крутое звучание с $20, но не для студий. Вот такие вот дела. Ну что, если вам понравилось это видео, можете поставить лайк. Если не понравилось, то можете поставить дизлайк. И обязательно аргументируйте свой выбор в комментариях. Это видео было для сайта djshop.by, для конкурса на этом сайте. Всем удачи, всем печенек, всем пока!